До проведения новых парламентских выборов осталось всего 18 дней. Но вот сегодня Жогорку Кеңеше приведен к присяге новый депутат, потому что 6 ноября Мекинбек Абдалиев и Канат Киризбеков сдали свои мандаты добровольно. Киризбеков был даже председателем одной из самых серьезных парламентских комитетов, но тоже вот освободил свое место. Это явление, которое по-кыргызски уже окрестили «мандат Ширине», показывает всю гниль кыргызской и особенно парламентской политики. Какие законопроекты успеет написать за 18 дней новый человек, будь даже он семи пядей во лбу? Только за последние два месяца сдали свои депутаты Киризбеков, Абдалиев, Джутанов, Тюлендебаев, Юсуров. Допустим, вы прошли все собеседования и с 28 ноября должны стать директором магазина. Но вот кто-то успевает за это время, за эти две недели, выпустить приказ, добиться, чтобы вышел приказ, и занимает ваше место директора на несколько дней. Наша политика и торговля уже ничем друг от друга не отличаются.